команды хороший настрой после победы в первом матче. Если и сегодня выиграют, будет положено хорошее начало чемпионата. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоки, как никогда. Я лично... Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Санчес. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Матюди. Отобран мяч, надо возвращаться. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Джерард. Офсайд, пусть и микроскопический, но правило есть правило. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Момент! Мяч летит в сторону ворот. Арбитр назначает угловой. Мертезаке. Так, еще одно стандартное положение. Морейра Мариньо. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Штрафной ставит судья. Болельщики хозяев шумят, свистят и показывают, что гости тянут время. Ну, понятное дело, у нас ничья, и хозяева, конечно, хотят выиграть. А гости же, напротив, будут рады сохранить текущий счет. Так что их поведение вполне обосновано. Это может быть опасно. Свисток к положению вне игры. Ищут они разные варианты для атаки.
Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Вот это удар! Ну а здесь кого винить? Только себя любимый. Это может быть опасная атака. Классный отбор, можно играть. И пробил. Хороший удар, но рядом со штрафом. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Такие передачи придают атакам остроты. Атака остановлена, но кто получит мяч? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Надежно играет защитник, атака прервана. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч ушел в аут. Игра в пас на фланге, но защита на месте и передачи не проходит. Неплохо действует игрок. Мяч отобран, и что дальше? Вратарь, что ты делаешь? Ну нельзя же так. Мяч у вратаря, все в порядке. Будет штрафной удар. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Защита надежно играет, мяч отобран. Посмотрим за этой атакой. И навес. Нет, это не пас. Ну-ка, ты можешь... Санчес! Игрок прекрасно освободился от защитников и должен был забивать. Но чуть-чуть ему не повезло. Очень динамичный момент. Даже запасные повскакивали со своих мест. С комментаторской позиции было полное ощущение, что мяч оказался в сетке. Итак, еще 45 минут футбола на Энфилде. Поехали. Тут может что-то получиться. Мяч летит в сторону ворот. Гол! И этот гол выводит команду вперед. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Да, вот с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Оборона здесь голкиперу не помогла. Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Морейра, Мариньо. На пару решили разыграть эту комбинацию.
Терпеливо ждут они своего шанса. Есть поддержка партнеров. Прекрасный пас. Опасно! Не получилось. На этот раз потеря. Морейра Мариньо. Друзья, вы поворотом-то биться. И как опасно пробил. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Санчес. Пока неплохо. И прерывает защитник эту передачу. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Хотят они довести мяч до верного. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Мы слышим свист трибун. Это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Это может быть опасно. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Это может быть опасная атака. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Отлично сыграно, надо решать. Это угловой удар. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Санчес. Потеря. Был фол. Тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Да, здесь явно эмоции возобладали над разумом. Глупо так фолить. Да, будем откровенны, просто психанул этот игрок, и оправдания ему, наверное, нет. Мяч будет введен из аута. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Основное время истекает через 20 минут. Атака продолжится через фланг. Какой прекрасный пример отбора мяча. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону.
Мертазаки. Перехват в центральной зоне. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Защита справляется. Впереди еще 10 минут. Мяч уходит за боковую после этого паса. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Посмотрим за этой атакой. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Очередная потеря. Ушел мяч. Аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Это может быть опасно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Ошибка в передаче, но идея была неплохая. 3 минуты добавлено к основному времени. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Вот это здорово! Отличная работа! Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ух, какой все-таки опасный подкат, и наказание совершенно справедливо. Завершает арбитр.